Я хочу взять кредит на улучшение жилищных условий. Отставной военный. Сейчас работаю инженером. Проектирую мосты. Да, есть дочь. Жены нет. Вдовец. А четверг? Да, могу, спасибо. Есть. А, всего доброго. А ты чего меня не зовешь? А, так я кофе готовил. По секретному рецепту. Не хотел, чтобы ты посмотрела. Сейчас буду делать бутерброды. Тоже по секретному рецепту? Ну, садись, я сама сделаю. Ну, как знаешь. А, я сегодня хочу пойти к Анжелике домой. Кто такая Анжелика? Моя одногруппница. Мы познакомились, когда сдавали экзамены. Да-да, ты рассказывала, помню. А когда вернешься? Не знаю, вечером. Ну, а точнее? Я не школьница. Ну, я понимаю, что не школьница, но чтобы в 11 вечера была дома. И телефон не отключай, постоянно будет на связи. Угу. Договорились? Договорились. Я положила еще сыр, как ты любишь. О. Можно глоточек? По секретному рецепту. Привет, Маш. Привет. Привет, Кузя. Не называй ее так. Ей не нравится. Я ж любя. Ты ведь не против? Я привыкла. Видишь, она привыкла. Так, девочки, я потопал по Паше в мастерскую. У меня новый заказ, то будет дня три на мне пахать. И? А чего это мы? А поцелуй еще надо заслужить. Ага. Ну, я готов служить и защищать. Ну, давай, служи. Угу. Наберу вечером. Пока, Кузь. Он классный. Пашка, временный вариант. Походу, он так не думает. Он влюблен в тебя. Мало ли что он. Он мальчик, а мне нужен взрослый мужчина, к тому же с образованием и никакой даже автослесарь. Ты говорила, у его отца своя автомастерская. Не тот масштаб. Кстати, о масштабах. Кажется, ты никогда не была за границей? Что это? Тур по Черному и Средиземному морям? Италия, Испания, Франция. И Мальта. Отец раскошелился в честь поступления, ну, а я сказала, без подружки не поеду. Жалко. Да я знаю, что я классная. Все, пойдем, а то опоздаем. Пошли! Привет. Как твои дела? Нормально. Чем ты там занимаешься? Делаю нашу с тобой жизнь комфортнее. Ага. А ну-ка, подойди сюда. Проверь. Ну, как? Ну, круто. Ты просто волшебник. Как насчет драников? Хочешь драники? Я сейчас приготовлю. Отставить. Они уже готовы и ждут тебя на кухне. А ты? А я уже поел. Ну, точно волшебник. Угу. Ну, а без тебя я есть не буду. Ну, тогда придется съесть еще одну порцию и окончательно растолстеть. Чего только не сделаешь ради любимой дочери. Вкусно? Угу. Пап, хочу тебя кое о чем попросить. Вернее, сказать. Ты только не ругайся, не говори сразу нет. Так, только давай без предисловий. Предисловия меня пугают, а я уже старый, мне напрягаться нельзя. Особенно во время еды. Анжеле Купцовой папа подарил 2 билета в круиз по Средиземному морю. Ну, отлично.
Может, поздравить ее от меня? И она пригласила меня с собой. Куда? Ну, в круиз. Погоди, а ты здесь при чем? Ну, я ее подруга. Вот, и... В общем, она хочет, чтобы я поехала с ней, потому что одной ей скучно. Ну, во-первых, не поехали, а поплыли. А во-вторых, что значит ей одной скучно? Ты что, обезьянка цирковая, чтобы ее развлекать? А? Я просто неправильно выразилась. Я не знаю, две 18-летние девушки без сопровождения, без родителей. А если с вами там что-нибудь случится, а? Ну, какое сопровождение? И что с нами может случиться? Это Европа. Ну, знаешь, мерзавцев всюду хватает. И в Европе, и в Азии, и даже в Африке. Не знаю, мне это не нравится. Да к тому же Анжелу эту я не знаю. Кто она? Анжела. Учится со мной в параллельной группе. Папа ее банкир. Кажется, много зарабатывает. Что еще? Зайц, ты только не сердись. Я просто волнуюсь за тебя. Ты не волнуешься. Ты контролируешь каждый мой шаг. Я уже не школьница, а взрослый человек. Я просто сказал, что мне не нравится эта идея. Тебе ничего не нравится. Жаль, что мамы нет, она бы мне разрешила. Доброе утро. Что? Я тут подумал, все-таки круиз – дело хорошее и для здоровья полезное. Море, солнце, воздух. Но у меня одно условие. Какое? Твою путевку оплачиваю я. Пап? Папа! Спасибо! Я буду себя хорошо вести. Надеюсь. Алло, Анжел? Привет. Привет. Я поговорила с отцом. Так, и что? Он разрешил. Правда? Ай, да, тихо. Ну, это же отличная новость. Ты чего? Да нет, ничего. Я говорю, отличная новость. Я очень рада. Все круто. Скажи, что потом перезвони. Кто там с тобой? Да, да, Пашка. Я тебе потом перезвоню, ладно? Давай еще. Не знаю, правильно ли я поступил. Но ты же не можешь всю жизнь быть ей нянькой. Всю жизнь? Да я по-настоящему ее жизнь появился только 2 года назад, когда умерла ее мать. Юлька до сих пор не может меня простить. Ну, мне кажется, ты преувеличиваешь. Юля очень добрая девочка, она тебя любит. Да и круиз не дешевый, придется все выгрести теперь. А я собирался решить квартирный вопрос. Слушай, ну хочешь, я тебя одолжу. Ну уж нет. У женщин я никогда не одалживался и не собираюсь. Типичный сексист. Угу. Вымирающий тип. Вот если бы у тебя был знакомый или родственник в банке, в отделе, где выдают кредиты, м? Так это женись на мне. Тогда все наше имущество станет общим, и тебе не придется одалживаться. Не могу. Почему? Я слишком хорошо к тебе отношусь. К тому, что ты мой друг. А на друзьях не женится? Ну да, с ними только спят. Ну да. Да ладно, расслабься, Коваленко, я бы сама за тебя не вышла. Спасибо. Тебе спасибо. Слушай, я возьму себе еще кофе, ты будешь? Да, нет-нет, мне хватит, и так полночи ворочался. Раньше как-то все проще было. Ну да, куда уж проще. А два левый к бою готовься. Знаешь, из себя получился бы отличный взводный. Из меня много кто бы получился. Но я вынуждена просиживать в бухгалтерии и считать чужие деньги. Ну, не самый плохой вариант. Всегда в тепле. Ну, у тебя тоже неплохой вариант. Проектировать мосты – это так благородно. Да. Если бы еще за это платили миллионы. Так, ладно. Мне уже пора. Давай. Позвонишь вечером? Обязательно.
Мне все-таки не нравится эта идея с круизом. Анжела еще никогда не уезжала одна и так надолго. Ну, чего ты беспокоишься? Анжела взрослая девочка. Пусть развеется. Что, совсем за нее не переживаешь? Я же переживаю. Пусть переживаю. Ну, пусть она отдохнет. Да и мы с тобой найдем, чем в это время заняться. Я соскучился. Олег. Ну что, ну, я думал, мы помирились. Мы с тобой не ссорились. Но я же попросил прощения. Я даже имя забыл. Напомнить? Ну что ты мне... Всю жизнь будешь это вспоминать? Кира. Буду. Я завтра не смогу проводить Анжелу. У меня будет спонсорская встреча в фонде. Хорошо, я ее провожу один. Зачем тебе этот благотворительный фонд? Мне же надо где-то работать. Нет, моя жена нигде работать не будет. Значит, тебя твои партнеры засмеют. Они в поезде. Хорошо, да. Приедете в порт? Сразу звоните, хорошо? Хорошо, пап. Вот. Да, увидела, все хорошо. Спасибо. Банковскую карту взяла? Взяла. В общем, какое у нас правило? Мама звонит. Берем трубку. Да поняла я, пап. В общем, слушай, банковская карточка банковской картой. Наличные не помешают. Держи. Спасибо, папочка. Провожающая, просьба покинуть вагоны. Да. О, я же говорил, потом отвечу. В общем, смотри, там не шали, будь аккуратна. Да, пап, твоя мама все... не готова быть бабушкой. Хорошо, я поняла. Все, давай, уже иди. Сейчас иди. Тебе будет звонить мама, скажи, чтобы было не слышно. Ну, все, давай. Не волнуйся, я у тебя умная и осторожная. Ну, надеюсь, что так. И звони мне дважды в день, утром и вечером. Добро? Да. А лучше чаще. Хорошо. Все, давай. Пока. Пока. До свидания. А твой папаша ничего такой. Брутал. Бывший военный. Но мне такие нравятся. Да ладно, расслабься, шучу. Ну что, пойдем в ресторан? Пора начинать тратить папочкины деньги. А может, просто чайку попьем? Да, отличная идея, давай чайку попьем. Ну что, лучше, чем чай в купе пить? Нормально. Смотри, а вон и парни. Они же старые. Лет по 30. Да ладно, самое то. Спорим, сейчас подойдут? А как же Паша? А ты видишь здесь Пашу? Смотри и учись. Как-то стрёмно. Да нормально, все, успокойся. Привет, девчонки, как дела? Лучше всех дела. Может, заказать вам еще по коктейлю? Мы с незнакомыми мужчинами коктейли не пьем. Так в чем же дело? Сейчас познакомимся. Я Стас, это Миша. Очень приятно. Я Анжела, это моя подруга Юля. Очень приятно. Юль, что случилось? Это мне нехорошо. Качала, может? Анжела, мне надо в купе. Пойдем, я тебя отведу. Во, девчонки, подождите, мы же только познакомились. Нам надо в купе. Да здесь есть туалет. Ты слышал, что Анжела? Я сказала? Пойдем скорее. Пошли.
Алло, здорово, заходи. Здравствуйте. Я мимо проезжал, пытался к вам дозвониться, но у вас постоянно занято. Так, и что? Ну вот сам зашел. Мне адрес Юля дала, моя дочь. А. Я никак не могу к ней дозвониться. Может, вы связывались недавно с Анжелой? Не, наша тоже трубку не берет. И вас это не беспокоит? А почему меня это должно беспокоить? Ну, а если с ними что-то произошло? Что произошло? Развлекаются девчонки. Отключили трубки, чтоб мы их с вами не беспокоили. Но моя Юля никогда так не поступала. Теперь будет. За время пути собака могла подрасти. Ты не паникуй. Твоя дочь рядом с моей, а моя Анжела девочка самостоятельная. Так что умеет постоять и за себя, и за того парня. В общем, а твоей как? Юля. Вот, в общем, о ней сумеет позаботиться. Вы уверены? Уверен. Я ее этому научил. Олег, кто там пришел? Это отец. Юля. В общем, подружки нашей дочери. Но он уже уходит. Ага, сейчас я подойду, подожди. Ну, друг, видимо, придется знакомиться. Вот, знакомься, моя жена. Здрасте. Здравствуйте. Вы отец Юля? Да. Очень приятно, Кира. Глеб, взаимно. Олег, там что-то на кухне ящик заел, может, ты посмотришь? Я что, слесарь? Ну что, тебе сложно посмотреть? Ладно, посмотрю. Угу. Но нам через 15 минут выходить. Хорошо. Ладно, засучим рукава. Ты изменился. Наверное, много лет прошло. Ну да. Значит, ты папа Юля. Да. Она хорошая девочка. Да. Слушай, с замком все в порядке. Хорошо, спасибо. Слушай, я тебе позвоню. Хорошо, нам надо поговорить. О, ты еще здесь. А, я вижу, вы совершенно не волнуетесь о дочери. Да, просто она постоянно отключает мобильник или сбрасывает номер без объяснений. Да. Характер такой. Да. Вся в меня. Да, своенравный. Может быть, она своему парню звонила? Какому парню? Ну, у нее парень есть, Паша. А я почему не знаю? Ну, просто не хотела тебе говорить, боялась, что ты рассердишься. Так позвоните ему. Ну, я номер не знаю. Я знаю, что он живет напротив. Мы можем пойти туда сейчас. Какой сейчас? У нас времени мало. Ну, ты что? Ну, чего? Это всего 5 минут займет. Ну, смотри, там уважаемые люди будут. В общем, дайте 5 минут. Но если через 5 минут не придешь, я уеду без тебя. Хорошо, мы быстро. Давай. Мне другие ботинки надо. Угу. Интересный тебе муж. Да, только нервный стал, когда большие деньги начались. С большими деньгами в жизнь приходит страх потерять. Ну, меня эта проблема обошла стороной. Тебе повезло. Возможно. А ты женат? Был. Жена умерла 2 года назад. Когда она умирала, меня не было рядом, и Юля до сих пор не может мне этого простить. Где ты был? Далеко. Работал, строил мост. И к этому времени мы с Аленой уже не были близки, но официально развод не оформили. Ну, ты знал, что она больна? Да, знал. Но не знал, что настолько серьезно. После ее смерти я вышел в отставку, чтобы быть рядом с Юлей. Нам далеко еще? Ну, это его дом. Александровна? Здравствуй, Паша. Здравствуйте, а вы чего тут? Можем поговорить? О чем? Пашка, кто там? Никто. Это ко мне. Принеси еще бутылку с холодильника. Подождите минуту, пожалуйста. Пашка, твою дивизию. Сейчас принесу. Кажется, я понимаю твоего мужа. Это выбор Анжелы, она с нами не советуется. Тебе волосы седые. Какой отца стал на отца похож. Ты к нему так всегда хорошо относилась. Он к тебе тоже. Он жив? Умер 12 лет назад. Мне очень жаль. Глеб, послушай, я хотела тебе сказать, что... Достал. Ну? Скажи, когда вы последний раз говорили с Анжелой? А что?
Просто ответь на вопрос. Вы папаша, которого Анжелка стремается. Мол, я рожей для вас не вышел. Вы поэтому сюда пришли? Разборки устраивать? Хорошо, ну вот он, я здесь. Что дальше? Успокойся, это отец Юли Коваленко. Я, Юлька, при чем тут вообще? Так когда ты говорил с Анжелой? Ну, вчера. Пожелал счастливого пути. А потом в течение дня звонил? Конечно, но она постоянно вне зоны доступа. Так а что случилось? Сейчас, прости. Да, Олег. Да. Я поняла. Олег звонил, сказал, что мы срочно шли домой, чтобы я тебя с собой взяла. Прости, что побеспокоили. Да ничего. Машка! Иду! Ваша дочь Анжела у меня. Она жива и пока что здорова. Если хотите, чтобы она вернулась домой, заплатите. Цена вопроса – 200 тысяч долларов США. И не вздумайте общаться с полицией. Ваша квартира и ваш телефон у меня на прослушке. Вызовите полицию, ваша дочь умрет. Я перезвоню через час. Он ничего не сказал про мою дочь? Я думаю, они вместе. Значит, это все из-за ваших денег, а моя Юля просто попала под раздачу. Глеб, мы... У вас есть такие деньги? У него есть. Хорошо. Я думаю, мы должны... Тебя кто здесь сделал главным? Ты что здесь распоряжаешься? Глеб, успокойся. Что успокойся? Мои деньги! Я вообще не знаю этого человека. Может, он заодно с похитителями? Что ты несешь? А что, прекрасный план? Подослать свою дочуру к моей Анжеле. Или что? Что? Ударишь меня в моем же доме? Ну, давай, хватит! Давай, давай, что хватит, давай! Ну! Я думаю, нам нужно успокоиться и подумать, как спасти наших дочерей. Гениально. Алло? С кем я разговариваю? Меня зовут Глеб Коваленко. Я отец Юлии. Моя дочь у вас? Это вторая девчонка. Ее зовут Юлия. Ей 18 лет. Она любит собак, обожает кататься на велосипеде и... Да мне плевать, как ее зовут. Просто скажите, с ней все в порядке? Кто это? Кем ты работаешь? Я инженер. Воспитываю дочь один. Мамы у нее нет. Слушай внимательно, инженер. Твоя дочка просто оказалась не в том месте, не в то время. Ну, не повезло, так бывает. Но я тебе обещаю, если я не получу деньги, я ее тоже убью. Послушайте, в этом нет необходимости. Наверняка девочки не видели вашего лица, и они... Купцов там рядом? Да. Включи громкую связь. Слушай внимательно, Купцов. Приготовь деньги и положи их в сумку. Я позвоню позже, скажу место и время. И смотри, чтобы никаких жучков. Ты меня понял, Купцов? Да! Мы должны убедиться, что с девочками все в порядке. Дайте им трубку. Круто справился. Спасибо, малышка. Никто бы не смог лучше. Да. А что мне за это будет? Может, яблоко? А может, тебя? Ну, не время, ну, перестань. Да, мило, ну, не время же сейчас. Ох, черт. Да! Ну, ему все. Это погреб. Выбраться получится. Кажется, нет. Ты вообще ничего не помнишь. Только вагон ресторана, тех двух парней. Потом этот ужас. Видимо, они нам коктейль что-то подсыпали в ресторане. Наверное. Прости меня, что я тебя во все это втянула. Ну, ты не виноват.
прости. Виноват тот гад, который нас похитил. А может, он блефует? А? Девочки сейчас прекрасно проводят время. Просто выключили телефон. Не думаю. У вас правда есть такие деньги? Олег. Я думаю, будет правильно, если деньги доставлю я. Один. С чего это вдруг? С того, что я бывший военный и знаю, как вести себя в подобных ситуациях. В каких таких подобных ситуациях? Внештатных. Кроме того, вы пьяны, а значит, не способны к адекватным действиям. Спокойно, я все контролирую. Не контролируете. Слушай. Олег, он прав. Ладно. Ладно. Но если ты улизнешь с моими деньгами, я тебя найду и раздавлю. Ну, давай еще бросим монетку, кто будет открывать дверь в моем доме. Иду, иду. Здравствуйте, я... Ты кто? А, я Павел. Я пришел узнать, что с Анжелой. С ней все в порядке? А, вот ты какой, Павел. С Анжелой все в порядке. Угу. А чего он эту трубку не берет? Может, потому что с тобой говорить не хочет? Почему? По кочану. Давай, топай отсюда, пацан. Так, а что с... Топай, топай, салага. Олег, ну зачем так грубо? А как еще разговаривать? Давай, иди, скажи ему, что Анжелу похитили. Давай, и что без его помощи нам не справиться. Советчики нашлись. Я иду с тобой. Нет. Ну тогда ты едешь без денег. Выбирай. Хорошо. Но делаешь то, что я скажу. И никакого оружия. Договорились. Я серьезно. Договорились. Но едем на моей машине. Поехали. Поехали. Стоп. Да. Включи громкую связь. Можно говорить. Слушай внимательно, Купцов. 20-й километр Южного шоссе. Там свернете на бетонку. Увидите покосившийся дорожный знак. Там мы увидимся. Выезжайте не раньше, чем через час. И да, Купцов, никакие групп сопровождения. Надумаешь быть обманщиком. Увидишь своих девчонок. В кульках и по частям.
Все нормально? Нормально. Если не считать, что наших дочерей похитил какой-то упырь. Так все хорошо. Мы решим эту проблему. Ты же у нас главный. Сохраняем спокойствие. Сохраняем спокойствие, сохраняем спокойствие. За мои деньги. Ну что, пора выводить девчонок? Думаю, нет. Прости. Что? Ее отец еще та лживая сволочь. Он попытается тебя обмануть. А она наш главный козырь. Поэтому сначала заберешь деньги, привезешь сюда. Ну, а потом уже мы отдадим его дочурку. Ну, вообще-то я пообещал. Ну, а потом поменял правила игры. Это твои правила, понимаешь? Если они им не нравятся, пускай идут к черту. Ну, не знаю. Милый, я все продумала. Как только он получит дочь, он тут же натравит на нас своих горилл. Поэтому мы должны действовать неожиданно, спутать ему карты. Сначала заберешь деньги, а потом через час-два мы сообщим, где его дочь. Нам фора нужна, понимаешь? Хорошо, женщина, ты права. Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа. Подожди. Ты будь только осторожен, не доверяй Купцову. А я и так никому не верю. Кроме тебя. Как только будут деньги на руках, я позвоню. Если не звоню, значит, что-то стряслось. Угу. Если не можешь дозвониться, берешь рюкзак и быстро отсюда валишь, поняла? Да. Все, погнал. Подожди. Ты ж только обязательно вернись. Я куда я денусь? Удачи. Все, иди. Деньги где? Где дочка? Не шути со мной. Деньги показала. Я скажу за сумкой. Валя. Сумка открыла. Быстрее давай. Значит так, с девочками все в порядке. Я сейчас заберу деньги и уеду. Если я увижу, что меня никто не преследует, по машине не открыт огонь, я тебя наберу через 20 минут и скажу, где девочки, понял? Мы так не договаривались. А мы сейчас так договариваемся. И выхода у тебя нет. Ага! Я так и знал! Гнида! Это Шарко, мой водитель бывший! Что, обезьяна? Деньги мои хотел захапать. Вот тебе! Вот! Что дальше? Что, я выстрелю? Придурок, твоя дочь у меня. Выстрелишь, и она умрет. А у меня пистолет. Давай стреляй. А иди, я выстрелю. Давай стреляй. Я стрелю. Давай, стреляй. Я давай. Выстрелю. Стреляй! Ай! Ай! Где девочки? Скажи мне, где они? В поселок. Шахта заброшенная. Дом крайний дом. Это я. Только я. Только я. Все.
Зачем ты это сделал? Я защищал дочь. Ты же убил его. Нет. Это... Пистолет сам выстрелил. Сам? Сам. Что здесь у вас? Где Анжела? Ты что здесь делаешь? Я за вами ехал. У переезда отстал, думал, не найду, но нашел. Девчонки где? Ну, возьми трубку. Возьми трубку. Бросили трубку. Дочь связалась с этим ублюдком. Успокойся. В доме пусто. Ты баню смотрел? Да, никого. В сарае тоже. А он говорил, крайний дом. Он сам виноват, что я выстрелил. А может, есть еще какой крайний? Нет, они были здесь. А откуда вы знаете? В доме на столе банка из-под тушенки и пивная бутылка, из которой недавно пили. Так, отставить! Ты что делаешь? Ты что? Отставить! Отставить истерику! Надо было дождаться полицейских, чтобы не эту группу собрали для поиска, чтобы по правилам все там. Нет, мы не знаем, что с девочками. Возможно, они ранены, им нужна помощь. Следы. Да я смотрел, там нет никого. Скотина. Здесь погреб. Помогите! Пап! Юля! Папа! Сейчас, сейчас. Пап! Помогите! Помогите! Юля! Папа! Анжела! Я здесь. Ты вы целы? Да. За мной все в порядке? Там больше никого? Нет. Все хорошо, все хорошо. Сейчас мы вас отсюда вытащим. До города едете? Ну а куда еще? Все уже позади.
Мы домой поедем. В 10 надо быть у следователя. Хотим немножко поспать. Да, конечно. Слушай, я тебе там чаю сварила. С ней на «ты»? Да. Долгая история. Расскажешь? Как-нибудь потом. Да, я понял. В общем, я звоню насчет Анжелы и того гада. Анжеле 18 лет. Ты понимаешь, что если следователь узнает об их сговоре, ее закроют. Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. Да, взрослый человек должен отвечать за свои поступки. Все правильно. Все правильно. Она ребенок. Она мой ребенок. У тебя тоже есть дочка. Просто представь себя на моем месте. Что бы ты сейчас делал? Что говорил? Давай. Не будем ломать ей жизнь. Тот парень, Павлик, он ничего не знает. Всю правду знаешь только ты. Ну, что скажешь, солдатик? Нет, папа, это я. Где шлялась сегодня? У подруги ночевала. А ты почему не в мастерской? Болею. А теперь, Кристина... Знаю, как ты болеешь, а похмелиться не успел. Трагедия закончилась история о похищении двух девушек в районе поселка Рыбное. Во время передачи денег отец одной из девушек застрелил похитителя. Как нам стало известно, имя похитителя — Дмитрий Шарко. Дмитрий Шарко – бывший водитель. В последние несколько месяцев он нигде не работал. Идет следствие. Подробности в следующем выпуске. Далее коротко о новом.